Кто эти команды? Я участник команды LabQuest на Hive Artur. Как сегодня сыграли? Сегодня игра просто была великолепная. Даже не ожидали от себя такой игры, на самом деле. Моментов было очень много. Мы были без вратаря, если честно. Но на удивление у нас было очень много моментов. Не знаю, с чем это связано, но сыграли очень хорошо. Может быть, это из-за погоды заставляло вас как можно больше двигаться, чтобы не замерзнуть? Да, чтобы не замерзнуть, чтобы не промокнуть. Но действительно, игра понравилась. Не знаю, эпитетов не нахожу таких, чтобы похвалить себя, нашу команду. Какое место занимаете сейчас в таблице? Мы, по-моему, одни из последних, но сейчас должны где-то в середине. Но я надеюсь, такая игра продолжится, и вы в серебряном плей-офф. Не только вы, но и наша команда надеется на это. И будем надеяться хотя бы в четверке, как минимум. Что, желаю вам удачи, спасибо, до свидания. Спасибо вам.